пока идет процесс проверки, в каком они состоянии. Пока визуально вроде бы все хорошо. Те, кто у нас травмировался в конце этого сезона, чувствуют себя хорошо. Единственное, Писарский еще ощущает дискомфорт небольшой. Ограничений для прохождения медосмотра ни у кого нет. Все, кто должны были быть, все здесь. Понятно. Ничего не болит, мы сейчас на камеру сделаем, потому что у меня вообще все идеально. А, да? Конечно. Все отлично. Отлично, отдохнул от футбола, пора уже вернуться на поле и продолжать тренировки. Видим, какая теплая атмосфера. Все рады друг друга видеть. По кому больше всего соскучился из партнеров? Ну, так мало времени прошло. Знаете, что я сейчас на самом деле не очень по всем соскучился, но надеюсь, что по прилету в Самару все пройдет. Ну и самый главный вопрос после межсезонья, сколько лишних килограммов ты приобрел себе вообще? Мне всегда проблемы, наоборот, я их скидываю в межсезонье, поэтому придется набирать опять.